Иду на встречу с нашими ребятами из Бишкека, это семья, я их встречу. В США около 2500 официально зарегистрированных правозащитных организаций, которые бесплатно помогают эмигрантам. Достаточно было там 2-3 дней, чтобы человек пришел в себя после всех тех переживаний, которые он испытал в Российской Федерации. Наш портал «Мигрант Медиа» взаимодействует с известными американскими организациями на той стороне. Мы помогаем тем, кто обратился к нам за помощью в Кыргызстане, Узбекистане, Мексике, в Украине или России. Тем, кто каждый день приходит нам в офис или звонит по телефону. Тем, кто выбирает легальный путь эмиграции в Америку через границу в Мексике или на острове Гуам. Что для этого нужно? Люди приехали из Украины, людям угрожает опасность. Меня избили, меня обвинили в сепаратизме. Нам необходимо рассказать о вас американским юристам и правозащитникам, переводчикам, приемлемой частью для удаленного знакомства специалистов с вашей проблемой. Помощь всегда рядом, и никто не останется равнодушным. Подумайте о своей иммиграции заранее.